Александру Мирошниченко 29. BMX фристайлом занимается половину жизни. Экстремальным видом спорта увлекся в 2008 году. Тогда в России он был практически андеграундным. Не было ни тренеров, ни площадок. Александр смотрел ролики в интернете и пытался повторить трюки. За годы увлечения спортом успел принять участие во всероссийских и международных соревнованиях. В 2019 году занял 6-е место на чемпионате России в Красноярске, а в прошлом году 7-е место на чемпионате России в Ижевске. Велосипед собирает сам. У каждого спортсмена свои требования к размеру колес и высоте руля в зависимости от трюковых предпочтений. Мне нравится как и прыгать, вылетать, делать трюки в воздухе, так и что-нибудь поскользить, поделать трюки на улице. И еще, правда, у нас сейчас с этим не особо развито, но тоже начинает развиваться дёрт. То есть это земляные трамплины, подряд идут несколько трамплинов, и на них нужно сделать трюки, ну, те же самые критерии. В первенстве города принимают участие спортсмены от 10 лет и старше. Задача участников за ограниченное количество времени продемонстрировать мастерство, используя все рампы на площадке. BMX фристайл, особенно именно парк, это, можно сказать, как фигурное катание. То есть здесь побеждает тот, кто наберет больше всего баллов. Даются две попытки по минуте. И за эту минуту участник должен показать максимальное количество трюков. Это он уже решает сам, как либо несколько дорогих трюков, в которых, правда, есть риск, что он сорвется и технически где-то будет ошибка, либо много маленьких каких-то трюков, более дешевых. Зародилось это направление спорта в США в 70-х, но лишь 11 лет назад стало олимпийским видом спорта. В Самаре впервые первенство города по BMX фристайлу прошло в 2019 году. Появление новой площадки, уверены организаторы, будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта в регионе. Пока эта трасса новая, еще многие не знают, но я думаю, со временем все узнают и будут здесь проводить. Мы будем и областные, и постараемся, может быть, еще какие-то всероссийские соревнования, чтобы хотя бы или ПФО собрать сюда, чтобы, в принципе, ПФО собрали, все приехали. Потому что этот вид у нас очень развит хорошо, как и весь велоспорт в Самарской области. И мы будем проводить и делать все для того, чтобы эта именно дисциплина BMX фристайл развивалась еще сильнее, сильнее, сильнее. В городском первенстве победил Александр Мирошниченко. Он стал лучшим сразу в трех дисциплинах – парк, рампа и слэд. Впереди спортсмена ждет первенство области. В дальнейшем будет сформирована сборная команда региона, которая представит Самарскую область на первенстве России. Оно пройдет в Казани, а также на спартакиаде молодежи в Саранске. Виктория Шарая, Константин Головин. События.